В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. Кызылординский «Кайсар» впервые в своей истории принимает участие в престижном турнире Старого Света. Степные «Волки» сыграют с кипрским «Апоэлом». К этому историческому моменту кайсаровцы подошли с неплохой подготовки. По итогам 7 туров чемпионата страны на втором месте. Но и «Апоэл» из крепких орешков, 28-кратный чемпион Кипра, 13-кратный обладатель Суперкубка, имеет опыт выступлений в Лиге Европы. По словам экспертов, «Апоэл» не такая уж и неприступная крепость. Клуб «Астана» не раз обыгрывал эту команду. В первом отборочном туре кипрцы с большим трудом победили «Гжелани» из Косово. Танихи жағдай Лига Европада қайсарымыз бірінші ойын көрсетейін деп отыр. Историческое событие. В Лиге Европы впервые будет выступать наш «Кайсар», соперник кипрской команды «Апоэл». Играть будем дома. Время есть до 17 сентября. Будем готовиться. Соперник кызылординского «Кайсара» команда «Апоэл» знаком нашим болельщикам. Он дважды проигрывал чемпиону страны клубу «Астана». Положение этой команды сейчас незавидное. Ряд игроков покинули клуб, так что «Кайсар» имеет все шансы победить. Как бы то ни было, перед «Кайсаром» открылась дорога в Лигу Европы. Матч «Кайсара-Апоэл» состоится 17 сентября на центральном стадионе имени Кажмукана Манайтпасова в Шымкенте. Встреча пройдет в связи с эпидситуацией без зрителей, но будет транслироваться по телеканалу «Казспорт».